Добрий вечір, шановні телеглядачі. В ефірі телеканал ГАГА-ТБ і наше нове шоу «Хто хоче стати диктатором». І сьогодні з нами грають люди, з якими я задоволенням. Не провів би хвилини свого часу, але, на жаль, доведеться. А саме, Володимир Путін. Диктатор, який все може однією лівою, ну тому що права рука вже не рухається. І Олександр Лукашенко. До речі, єдиний в світі колгоспник, в якого є слуги. Добрий вечір. Добрий день. Горіть в пеклі. Спасибо. Що ж, почнемо? Так. Тож, увага, перше питання. Чи нападе Білорусь на Україну? Варіант А. Нєт. Нєт. Варіант Б. Да. Нєт. І варіант С. Возможно. Возможно, но нет. Давайте лучше я. Мне кажется, правильным будет ответ Б, да. Конечно, Б, да. Будет Б, да, если мы нападем. А вот чтобы не было Б, да, и наш ответ А, нет. Давайте следующий вопрос. Давайте. До речи, хотел запитати, а какие игры вам взагалі подобаются? Мені? Так. Я люблю, знаєте, подвіжні ігри. Подвіжні? Да, ну, щоб можна було щось подвігати. Шахмати, шашки там. Будто. Ясно, ясно. Вообще, наша любима ігра з Владимиром Владимировичем, ми все время з ним граємо, це називається «Морской мальчик». «Морской мальчик»? Ну, я просто не хочу вот эти американские словечки употреблять, так-то она называется «Морской бой». А по-нашому – морський мальчик. Да. Зрозуміло, мальчик. Зрозуміло. Да. Ну що ж, продовжимо. Наступні питання у вас будуть в картинках. Так. Тому увага на екран. Ваше перше завдання. Это що, ребус какой-то или що? Владимирович. Конечно. Вот смотрите, это к нам Хусейн. Да. Да, его повесь. Ага. Это Гитлер. Отравился ядом. Это Чаушеску. Да, понятно, отравился автоматом, это ясно. Нелепая смерть, конечно, это... Его расстреляли. После того, как он отравился? Вообще, изверги какие-то, ладно. Такой строй. Ну, хорошо, ладно. Почему напротив вас тогда стоит знак вопроса? Они что, намекают, что вас убьют каким-то тупым вопросом или что? Нет. Скорее всего, спрашивают, какой смертью я умру. Ну давайте рассуждать. Вы личность неординарная, поэтому да. И смерть должна быть нестандартной. Может, на вас слон наступит? Навряд. Хорошо. Тогда, может быть, вы вот это будете проводить свою видеоконференцию, вот этот большой экран со всеми министрами на вас как жахнет, и вы сдохнете к чертовой матери, нет? Интересная версия, но это какой-то бред. Ладно. Тогда, может быть, вам в лимузин забудут положить туфли на высоком каблуке. Вам будет стыдно выходить, и вы заживо сваритесь в этой черной машине, как забытая собака. Чушь. Не забудут положить. Нет. Тогда, может быть, вы будете кушать и подавить? Чем? Украиною, например. Очень смешно. Давайте дальше. Тогда, может быть, вот это, знаете, вам текст, вот этот телетекст, когда вы будете читать обращение, вам напишут просто очень-очень маленьким шрифтом. Вы вот так будете шуриться, 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 вот так вот просто сплюснетесь и исчезнете к чертовой матери. Мы уже продолжим, а? Да. Продолжим, давай. Конечно. Значит, тогда, может быть, знаете, как будет? Вы подойдете к зеркалу, скажете, ой, а что ж я за человек-то такой, а? И действительно забудете, что вы за человек, сойдете с ума и сдохнете, нет? Ну нет, конечно. От этого я не умру, точно. Ладно. Ну, тогда самый возможный и надежный вариант, это когда уборщица в бункере будет мыть полы, вы будете заходить в бункер и застрелитесь. А можна продовжити, тому що це бред. Бред, це чушь, Олександр Григорьович. Наскільки я розумію, відповідь на це питання ми дізнаємось трішечки пізніше. Сподіваюсь, дуже скоро. Отже, у нас наступне питання. Так. Увага на екран. Так. Яка з цих картинок зайва? Ну, мені кажется, це слишком просто. Здесь все говно.
А на первой картинке каперс. Да, я, кстати, ими завтракал сегодня. Очень вкусно, ну, кстати. Да, сегодня на завтрак такие кушают. Ну, нехай буде по-вашому. Що ж, продовжимо. Наступне питання. Зараз на екрані з'явиться набір літер, з якого вам потрібно скласти слово. Ну, давай. Увага на екран. Да. А зараз питання. Як за часів кріпосного права називали раболепствуючу людину, що вислужується перед високими чинами? Владимир Владимирович, а що, це є хтось вище вас, перед ким вам треба прислужуватися, или що? А, Григорьович, о чому зараз? О загаданном слові. Да хорошо, це слово халуй. А, халуй! А ви о чому подумали? О вас подумали. Давайте... Следующий вопрос, добре, давай. Добре. Наступний набір літер. Да. І вам знову треба скласти слово. Отже, питання. Гнойне запалення невеликих розмірів. А Путін! Та ні, він може опинитись у вас на язику. Ви про це прям знаєте. Я ж говорю, Путін! Та ні! Що ще може виявитись у вас на язику? Що ти, що крім Путіна? Тіпун вам на язик. Правильно, тіпун. О, ну що ж, раунд закінчено. А я хочу нагадати, що це шоу «Хто хоче стати диктатором» на телеканалі «Гага ТБ». І з нами грають диктатори, які вигадали новий вид спорту – хокей у піддавки. Це Володимир Путін і Олександр Лукашенко. Якщо що, я все це кажу з маленької літери. І ще раз добрий вечір. Добрий день. Йдіть під три чорти. Спасибо. Так, і вас так. Ну що ж, перш ніж задати наступне питання, я хотів би показати вам варіанти відповідей на нього. Отже, так. Увага на екран. Так. Варіанти відповідей. Репресії, запрет свободи слова, силовое подавление протестов. Это вы сейчас назвали все мои хобби, прям вот прям в точку. Вы спочатку выслухайте запитання. Да. Яка з цих ознак диктатури в вашій країні проявляється яскравіше? О, тогда репресії, конечно. Mm-hmm. Хотя нет. Наверное, все-таки запрет свободы слова. Mm-hmm. Не, наверное, все-таки силовое подавление протестов. Так. Я затрудняюсь ответить, извините, пожалуйста, все такое вкусненькое, я не могу. Гаразд. Давайте я попробую. Так, Володимир, якщо ви знаєте правильну відповідь, тисніть рукою на кнопку. Конечно, легко. Григорьевич, можете... Конечно, могу, смотрите. И этой рукой могу, смотрите. Я еще двумя ногами вот так могу. Краще давайте перейдемо до наступного раунду. Да, давайте. У вас мало часу. Да, мне врачи мои также говорят, Владимир Владимирович, у вас осталось мало времени. Я маму на увазі, що скоро настане кінець. Хватит говорить, как мои врачи. Давайте продовжимо. Наступне питання. Зверніть увагу на ці дві фотографії. Так, Владимир Владимирович, а хто от ці двоє на чорно-білій фотографії, та хто? Ну, як же, Адольф і Беніто. А, Адольф і Беніто, понятно. А от этот рядом з усиками, от этот хто? Тож, увага. Знайдіть хоча б одну відмінність між цими фото. Я вам зараз тисячу различий знайду. От смотрите, у них усатий високий, а лисий маленький. А у нас усатий високий, а лисий неудачний. Пример, давайте лучше ви, да. Так, давайте лучше я. Угу. Ну, здесь все понятно. На первой фотографии лидер Германии и лидер Италии. А на второй лидер России и Беларуси. Угу. Ну так и я ж рядом стою. Почему вы об этом умолчали, Владимир Владимирович? Так, відповідайте. Давайте, ладно, дальше рассуждаем. Да, посмотрите, давай. Вот видите, сзади нас вот это две коричневые кучки. Что это такое? Но, скорее всего, это подставки для флагов. Что-то я не понимаю, кто, кроме двух коричневых кучек наши флаги ставить больше никуда нельзя или что? Так, все, досить, досить. Давайте, ну, дальше.
А зараз у нас останній раунд. Бліц. Так, хорошо. Відповідати треба швидко, не замислюючись. Починаємо. Так. Продовжіть фразу. Іосиф Сталін насів... Долавав. Невірно. Закінчіть приказку. Старий конь... А у мене в Міністерстві іноземних справ служить. Згоден. В якій країні правив Муаммар Каддафі? Що ви мені киваєте? Откуда я знаю, що за територію Білорусі виїжджав коли-то чи що? Наступне питання. Що таке демократія? Я знаю відповідь на цей вопрос. Можна я відповідаю? Так, звісно, відповідайте. Я не вас спрашиваю, помолчите. Владимир Владимирович, можна я відповідаю? Конечно, пожалуйста. Повторите вопрос, пожалуйста. Демократія – це... Возможность народа вибрати себе диктатора. Я не очікував від вас іншої відповіді. Так, йдемо далі. Солдат ребенка не... Навидит. Александр Григорьевич, вы уверены? Я военный человек, у меня трое детей, поверьте мне на слово, пожалуйста. Хорошо. Далі. Кожен диктатор має зробити три речі. Посадити опозицію, розігнати мітинги і... Поесть чипсов? Не зрозумів. Я просто обычно после этих двух вещей ем чипсы. Ясно. Наступне. Хто скасував на Росії кріпосне право? Дурак. Понятно. Точно дурак какой. Далі. Білоруська армія самая... Мирная. Чому? Потому что использовалась исключительно против мирного населения. Вірно. А російська армія це... Вторая армія мира. Невірно. 200-та. Наступне питання. Що спільного між Ніколаєм Басковим та російським ПВО? Оба дыряві. І на останнє. Продовжіть рядок пісні. Мама анархія, папа стакан. Один раз мені об голову розбив. Ну, він після цього як би з нами не жив. Ну, он и до этого как бы с нами не жил. Он просто один раз пришел, стакан мне об голову херак, а я как бы увидел, что, ну, я стою, как бы он мне по плечу такой, о, молодец, не упал, разберешься, крепкий, и исчез. Взагалі-то правильна відповідь – стакан портвейна. Ну, так а он под чем все эти дела творил, как вы думаете? Відповідь прийнята. Так, спасибо. Що ж, це був останній раунд на сьогодні. Так. Спасибо большое. Владимир Владимирович, видите, как мы с вами какой дуэт получаемся, так. Хороший. Прям как кабаре-дуэт-академия. Вы маленький талантливый солист, а я старая высокая шалава, видите? Один раз. Ну що ж, на цьому наша вікторина добігла кінця, на щастя. Що ж, а нам все ж таки треба визначитись, хто з них є головним диктатором. Тому зараз ми покличемо Рамзана Кадирова. До кого він перший побіжить, той і є головний диктатор. Не треба нікого звати. Побачимось з вами наступної неділі, а з ними, сподіваюсь, ні. На все добре. Пойдем, Коленька. А, смотри, как мы вовремя пришли. И что, никого нет? Значит, пока никого нет, я тебя научу, как вести себя на саммите. Что можно делать, а чего нельзя. Значит, смотри, если что, просто молчи. Зададут неудобный вопрос, молчи. И что лучше, понял? Вот лучше молчи. Да. Покажи, как ты будешь молчать. А еще тише можешь молчать? А теперь по сторонам помолчи. Вот в основном по сторонам и молчи. Если что-то спросят, лучше кивай. Зачем ты сейчас киваешь? Я же тебя ничего не спросил еще. Внимательный, Коля, внимательный. Значит, никого не слушай. И ничего не слушай, что про меня говорят. Ты знаешь, сколько слухов про меня ходит. Вон на Западе говорят, что я в Беларуси построил Советский Союз. Это наглая, циничная ложь. Почему? Потому что в Советском Союзе какой был лозунг? Враг народа. А в Беларуси у нас наоборот. Народ враг. Вот. Пап, ну почему ты так не любишь людей? Потому что ненависть к людям я впитал с молотком матери. Может, с молоком? Хотелось бы с молоком, но била она меня молотком. Именно поэтому, наверное, я руковожу страной по принципу кнута и праника. Бью людей и жру праники. Кстати, о еде.
Вот там, видишь, стоит много еды. Вот во время саммита ты всю ее должен попробовать, по чуть-чуть. А потом? А потом я попробую после тебя, минут через 20. Вот где-то там. Боже! Господи! Ким Чен Ын! Здравствуйте! У вас так красиво выбриты виски, что такое ощущение, что вас люди стригли так, как будто от этого зависит их жизнь. Ам сам не да Александра Григорьевича. Что, я по-диктаторски просто не все понимаю. Ну, хамсамни да, это спасибо по-корейски. А, понял, тогда я вас тоже белорусским словам научу. Знаете, как по-белорусски будет, ну что, честь. Как? Слабость. А честность, знаете, как будет? Как? Слабость. А равноправие, знаете, как будет? Как? Слабость. А закон? Слабость. Не. Закон по-белорусски звучит очень красиво и лаконично. Я. Очень красивый язык, язык красивый. Короче, у меня для вас есть подарок еще, знаете, баночка картофельного варенья. Вы присаживайтесь, Ким Чен Ын. Баночка картофельного варенья, она для зрения очень хорошо помогает. А то я смотрю, что вы все время щуритесь даже через очки. А, Александр Григорьевич, а почему вы не едите? Коля, действительно, почему ты не кушаешь? Я тоже есть хочу. Давай, садись на колени. Иди. Добрый вечер. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Привет, Ким. Хамсам. Прическа бомба. Хамсам, не да. Она задумалась, как ядерный взрыв. Да. А что нового в Северной Корее? Ким Чен Ын вчера расстрелял своего министра иностранных дел. За что? За то, что тот общался с иностранцами, представляете? Да, понятно. Так, добрый вечер в диктаторскую хату. Ничего себе. Здравствуйте, граждане душегубы. А что вы тут делаете? Это саммит диктаторов. Как это что? Поймите вы, мы диктаторы должны держаться вместе. Ну вот смотрите, один карандаш сломать несложно. А вот четыре карандаша гораздо сложнее. Ну, чем казалось. Я к чему это все говорю? Просто на следующий саммит надо еще пару карандашей позвать. Виктор Федорович, раз уж пришли, присаживайтесь, да? Конечно. Только молчите. Конечно, я все понял. Что ты понял? Молчу. Я все понял. Говорю, вы говорите, я молчу. Хорошо. Товарищи. Супер. Я буду нем, как мясо. Как рыба. Мясо тоже не говорит. Так, товарищи, давайте к делу. Коленька, давай, беги, погуляй по Северной Корее. Посмотри, чего у нас еще нет. Так, товарищи. Да. Товарищи, у меня появилась грандиозная идея создать единое тоталитарное государство. Круто. Россия, Беларусь, Северная Корея. Так сказать, забабахать. Кого забабахать? Кого забабахать? Никого бабахать не надо. Я извиняюсь, Владимир Владимирович. А как будет называться это государство? Диктаторстан. Ух ты! Представляете, от Бреста до Пхеньяна раскинется единое государство Диктаторстан. Красиво звучит, а что нет? Да. Владимир Владимирович, а что с Назарбаевым? Его что, гримируют? Вот чудак человек. Думает, если волосы покрасил, я его не узнаю. Виктор Федорович, что? Это не Назарбаев. Это лидер Северной Кореи. Кто, Назарбаев? Куда он успел? Это Ким Чен Ын. Кто? Ким Чен Ын. Ким Чен Ын. Слышь, я смотрю, родители над именем вообще не парились. Федорович, прекрати. Товарищи, давайте к делу. Давайте. Значит, нашему государству необходима составляющая. Ну, там, конституция, гимн, герб, флаг и так далее. А у меня есть предложение, если что. Значит, смотрите, три варианта есть. Значит, двухглавый азиатский орол с усами. Вот так, герб. Или, допустим,
двухглавая ядерная боеголовка с усами. Или азиатская картошечка. С усами. Почему с усами? С укропчиком? С укропчиком картошечку лучше же есть. Владимир, так, Владимир. Григорьевич. У меня есть еще куча, смотри. По делу. Султан, Нурик, а я тебя узнал. Богатым не будешь. Как дела? Сколько мы с тобой не виделись? Что? Да не, ну ты перебрал. Стоит-то много, ну лет 8-то не виделись. Как дела в двух словах? Что ты? Что? Не, ну стоит одно слово. Говорю, как дела у так, тебя? Виктор Федорович. Что? Перестаньте. Это не Назарбаев. А кто? Лидер Северной Кореи, Ким Чен Ын. Так, друзья, давайте. Значит, нам нужен национальный костюм и национальный вид спорта. Стоп, но у меня есть предложение. Ну, пускай национальным костюмом будет спортивный костюм. Спортивный национальный костюм. Как так, он? Товарищи, ну, это какое-то неуважение. Присядьте. Слушайте, знаете что, Владимир Владимирович? Я знаю, что такое неуважение. Неуважение – это когда, сидя на корточках, пятки отрываешь. Так, понятно? Слушайте, это бардак какой-то. Давайте я все-таки скажу. А национальным спортом пускай будут нарды. Как вам? Что вы за бред несете, Виктор Федорович? Хватит! Ты как разговариваешь, Александр Григорьевич, с чемпионом мира по национальному виду спорта, а? Да заткнись ты уже! Ну заткнись! Слушай, ну не могу понять. Слушай, этот человек не из Енакиева, а? Я к чему говорю? Я просто говорю, мне кажется, Людка моя у вашего же парикмахера стрижется. Я говорю, стрижка у вас хорошая. Слышку на Ильдон. Вам сам не да. Кто хам? Кто гнида? Я не понял вообще. Хватит оскорблять лидера Северной Кореи. Это Ким Чен Ын. Ким Чен Ын. Ну хорошо. Слышку на Ильдон, извини. Передай, пожалуйста, тарелочку северокорейской морковки. Да так, нету у нас северокорейской морковки, там товарищи, нету ничего. Давайте к делу. Значит, нам нужна валюта. Какая будет валюта? Рубли, юани. Я предлагаю сигареты. Какие сигареты? Ну какие? Можно прилуки красные? Они меньше всего в кармане крошатся. Вы зря на меня смотрите, это классная валюта. На них можно, кстати, хлеб выменять, сахар. Ну, на крайняк свиданку с женой. Так, Виктор Федорович. Не превращайте серьезное мероприятие в балаган, я вас прошу. I'm sorry. Так, товарищи, еще один вопрос. Нам нужен гимн. О, гимн! Я, значит, предлагаю вот что. Если у нас в стране, в Диктаторстане, полный тоталитаризм, то пусть и гимном будет тоталитаризм. Оно, вот это слово, куда ни положи, на какую музыку, оно всегда звучит как гимн. Вот смотрите. Та-т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 а
та-та-та-та-ра, тоталитаризм, тоталитаризм. Это посмотрим, вот это прикольно, это правильно, Григорьевич, это современно. Ёханый баба, Александр Григорьевич, а ну сфотографируй меня. Слушайте, ну это ж вы. Я кино с вашим участием еще в видеосалоне на Артема смотрел. Виктор Федорович. Доспехи Бога. Да это не Джеки Чан, услышьте меня, ну. Как не Джеки Чан? Ким Чен Ын. Не, ну подожди, ну лицо ж знакомое. Виктор Цой. Только поправился. Точно. Вы Виктор? Так, я тоже. Так, я, кстати, товарищи, тоже товарищи, немножко на гитаре. Давайте, это балаганом. Надо собраться конкретно так. В следующий раз без Федоровича. Да. Но есть один важный вопрос. Да. Я предлагаю вокруг нашего диктатора Стана построить стену. Из правильно. Чего? Из чего будем строить? Но у меня есть предложение. Есть классный материал. Хлебный мякиш. Ну, Федорович, хорошо уже. Значит, я предлагаю бетонную стену поставить. Хорошо. Прикольно. Что такое? Что случилось? Это я, Коля, Коля. А, Коля, это ты. Я просто подушку тебе пришел поправить. Что ты хотел, Коля? Пап, я хотел поговорить с тобой. Да как со мной можно разговаривать? Я ж тиран, хапуга. Ты насмотришься этих телеграм-каналов на ночь, сам поверишь. Ну, так что ты хотел, Коля? Я хотел... Поговорить серьезно, по-мужски. По-мужски? Молодец. Да. Иди сюда, садись на коленку, поговорим по-мужски. Ой! Ой, коленки еще после встречи с Путиным болят, извини.
Ну так что ты хотел, Коль? Пап, ну не держись ты за эту власть. Так я не держусь, Коля. Я уже давно ее кому-то хотел бы отдать. Ты что? Ну так сказать, повесить усы на гвоздь. Да. Мне надоело. Надоело быть сыном такого президента. Я согласен с тобой. Сыном императора или царя хочешь быть? Я сейчас устрою быстро. Да не в этом дело. Я хочу жить как дети других президентов. Какие, например? Ну, как дочь Путина, например. В смысле, с сиськами, что ли, что-то? Да не в этом дело. Хочу жить как свои сверстники. Хочу ходить на митинги, кричать «Живе Беларусь!» Тихо, сказал, назад ушли! Быстро это свои! Свои! Ушли отсюда! Ты что делаешь, а? Вот ты зачем их провоцируешь, я тебя спрашиваю? А что они творят на улице, ОМОНовцы твои? Не надо наговаривать на правоохранительные органы, они все правильно делают. Как говорится, моя милиция меня бережет. Вот твои протестующие заимеют себе свою милицию, она их будет беречь. А это моя. Пап, надоели насмешки. Вот эти насмешки, посмотрите, внебрачный сын пошел, внебрачный сын пошел. Коля, я тебе уже давно говорил, я тебе обещаю, я больше не буду так про тебя говорить. Да ну садись, расскажи, что тебя еще беспокоит, давай. Пап, я уже взрослый. Так? Я девушку хочу. О, вот оно что. Ну так мы сейчас это быстро решим. Есть очень много красивых, молодых, проверенных девчат. Пап, я не хочу после тебя. Ну, Коленька. Что, Коль, мне 17 лет, я Коленька. Я просто тебя люблю, поэтому так называю. Ну, понятное дело, но в паспорте-то я тоже Коленька. Ну, Коленька, ну что ты... Ну, расскажи, ну, может, с кем общаешься? Не с кем даже пообщаться. Ну, прям так не с кем пообщаться. Нет, ну, в интернете я там общаюсь. С кем? Ну, есть девочка там одна. Как зовут? Оля Коваленко. Олька Коваленко! Так это ж я, только под другим именем, Коль. В интернете под другим именем тянет тебя ко мне моя кровинушка. Папа, понимаешь? У меня совсем нет друзей, это ненормально. Нет друзей, мы сейчас быстро это поправим. Сколько тебе надо друзей? 5, 10? Взвод, рота, мы сейчас решим. А ну-ка, дайте нам 10 друзей, да понадежнее, давайте. Тихо, все, стоп! Пап, я хочу нормальных друзей! Эти не нравятся? Нет, конечно! Пошли вон, наркоманы, проститутки, быстро отсюда! Зря ты, Коля, так наговариваешь на отца. Я ж все для тебя делаю. Хочешь Теслу? На тебе Теслу! Катайся, радуйся! Папа, БелАЗ с солнечной батареей на крыше – это не Тесла! Боже, ну что ты такой прям... Пап, я хочу посмотреть, как люди живут в Европе. В Европе? А не вопрос. Сейчас мы это устроим тебе быстро. Вы двое, идите сюда. Вот тут становитесь. Целуйтесь давайте. Да. А ты смотри, как люди в Европе живут. Не давай. Не надо, не, пацаны, я передумал. Все, не передумал. Надо. Идите отсюда. Давайте, вперед. Передумал. Пап. А давай убежим, а? Что? Давай убежим. Тебе пластическую операцию сделаем. Какую? Усы сбреем, например. Да ну ты шо, Коля, я даже не знал. Не, ну реально, давай убежим. Сделаем новые документы. Тебе, мне, мамке. А мамке-то зачем? Ее и так никто не знает. Даже я. Говорят, что она была ОМОНовцем дальнего плавания. Папа, ну отдай ты власть Тихановской! Ка тихо мне, ты мне сын или нет? Что ты такое говоришь, Коля? Власть Тихановской. Где это видно, чтобы у нас в Беларуси вместо батьки была тетка? Это что тебе, Таиланд, где батька может стать теткой? Точно. Таиланд, давай сбежим в Таиланд. А ну, Коля, я даже не знаю, как бежать, правильно? Ну, в интернете давай посмотрим. Точно, молодец, Коля. Ты голова, Коля. Так, смотрим в интернете. Где, куда смотреть, скажи, Коля. Сюда. Голова, Коля, с этого дня назначаю тебя министром по ноутбукам, давай. Все, понял, давай, вводи запрос. Так, вводим запрос. Как убежать из страны? А ну,
Советы блогеров. Ютуб-канал «Ростовский ниндзя». А ну, посмотрим. Всем привет. С вами Федорович, «Ростовский ниндзя». И сегодня я вам расскажу, как правильно сбежать из страны. Для этого вам понадобится страна, две штуки, патриотично настроенные офицеры, личный вертолет и 12, ну плюс-минус, миллиардов долларов. С такими деньгами вам проще будет найти патриотично настроенных офицеров. Что-то... Это что-то не то, Коля. Что и что? Вот еще есть, вот. Что это? Ага, блогер под ником Кокетка 2014. А ну, давай посмотрим. Всем привет. С вами снова я, Федорович, ростовский ниндзя. Ха! Я забыл пароль от своего того старого канала, поэтому завел себе новый. Значит, в своих прошлых видео я рассказал вам топ-7 лучших вариантов побега из страны. Сегодня рассмотрим 8-й, бюджетный. Побег на страусы. Да ну, это никуда не годится. Какие страусы, Коля? Ты видишь, интернет никакой пользы твой не приносит. Одну чушь люди несут. Папа, да благодаря интернету я много чего нового узнал. Чего ты нового узнал? Например, что Беларусь не круглая. Что нету 11-й заповеди «Голосуй за Лукашенко». Что на кресте не наш прадед висит. И на секундочку, папа, оказывается, Криштиану Роналду не мой дядя. Я согласен, с дядей Кришти я перегнул. Но я ж все для тебя делаю, ну чего ты Ну, Коля, ну... Ну, хочешь в сорта картошки поиграем? Нет. Ну, хочешь, я покажу тебе, как трактор работает? Не хочу. Трах-тах-тах-тах-тах-тах. Я сказал нет, папа! Ну все, тихо! Ну что ты расстроен? Я сейчас подниму тебе настроение. Смотри, сейчас для тебя споет твоя любимая группа. Квин, что ли? Секундочку. Алло, надо Квин. А, это мы его. Он сам. А. Когда? Давно. Ага, понял. Коля, Квин не может... Но зато сейчас для всех и для тебя споет группа, которую нужно слушать на расстоянии. На безопасном для нашего с тобой здоровья расстоянии.